Вон там машина, вот тут я с ключами. Нажимаю, открылась. Кайф. Всем привет. После шумоизоляции дверей у меня очень стало плохо открываться машина. Только вплотную, когда подожду двери, 100 раз тычешь на брелок, и может быть она тогда откроется. Дело не батарейки, батарейки менял, проверял старая оказалась заряженной, все с ней в порядке. И вот я нарываюсь на драйве на крайне интересную статью от комрада Максим Кобелор, или Белор, не знаю как правильно. Называется «Увеличиваем дальность брелка закидушки и относится только к ключам, которые заказывались с Алиэкспресса», то есть вот к таким корпусам. Автор статьи делает два вывода. Первый вывод по поводу того, что на дальность влияет жало ключа, то есть в штатном брелке жало торчит, в этом брелке жало сложно, то есть при выточном жале якобы все работает нормально, я не проверял, я это не знаю. При сложном работает погано, это факт, это у меня. Кстати, автор говорит о том, что у него спучилось вот брелок, у меня тоже он спучился, не только у меня, это у всех, по-моему, так спучивается. На работоспособность не влияет, чуть стремнее просто выглядит. По итогам, что я сделаю? Я сделаю то, что здесь написано. Я попробую припаять провод длиной 9,11 см. Контейнер в брелке вот сюда вот. Для этого вот я его раскидал. Сейчас попробуем, что из этого выйдет. Итак, поехали. Для начала, на всякий случай, вытаскиваем из брелка батарейку. Ну, чтобы не крутнуть что-нибудь там случайно. Так, потом я отрезал провод. Получилось у меня 10 сантиметров, плюс-минус локоть, нет, 10 сантиметров. Вот, вот так. Пока есть возможность, сразу сделаю спиральку из него. Ну не знаю. Так. Получилась вот такая вот ботва. Сейчас попробую все это как-то собрать. Пойду пробовать на улицу. Выглядит как-то не очень круто. Вот еще что. Штатная батарейка в ключах CR2032. Вот она. Вместо нее раз прекрасно вылезает 2025. Просто они у меня были дома. Вот он чуть-чуть елозит. Но тем не менее контакты плотно примыкают. Они по радиусу одинаковые, но разные по толщине. 2032, она вот толще. Вот 20-25. Опа. Вот она, никуда ничего не происходит. Просто может быть не так плотно садится. У нее емкость меньше. Не помню насколько. Просто меньше Сейчас пойдем проверять. Собачку прогуляться заодно и проверить, что получилось. Так, сюда иди. Вот машина. Сколько тут метров? 10, наверное. Опа, работает.
Отлично. Раньше вообще вплотную, ты еще раз жмешь, ничего не работает. Так. Попробую отойти подальше. Тут вообще шоколадно просто. Оп. Оп. Вообще супер. Ой, пошли, пошли подальше, Тедди. Давай, 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 чухай вперед. Ну, вблизи совсем неинтересно. Да, это работает тема. Так, ну-ка, сейчас отсюда. Отлично работает. Блин, она новая, так не работала на штатном ключе. Еще отойду. Работает, ё-моё. Так, работает. Тут уже все 20 метров, наверное. Так, здесь стоит. Все, здесь уже все. Здесь не работает. Здесь работает. Ну, 15-17 метров, 100%. Сейчас до машины пройду для оценки расстояния. Вот так, метров 17, наверное. Класс. Вообще огонь прям просто. Спасибо автору. Все работает, можно делать. We'll be right back.